В больнице скончалась 3-летняя девочка, попавшая в смертельное ДТП. Авария произошла на трассе Нижний Тагил-Верхняя Салда в субботу 2 марта. Водитель Nissan Qashqai не справился с управлением. Машина вылетела навстречу и столкнулась с Nissan Tiana. Один пассажир скончался на месте. Еще 6 человек, в том числе ребенок, были госпитализированы. Детские удерживающие устройства, соответствующие росту и весу детей, как показывает практика, зачастую они позволяют либо максимально снизить тяжесть последствий, либо вообще избежать травмирования детей. Но в данном случае сложились так обстоятельства, что удар пришелся в пассажирскую сторону, поэтому здесь предотвратить гибель ребенка, к сожалению, уже бы ничем не получилось. По информации ГИБДД, водитель Nissan Qashqai ехал на так называемой всесезонной резине. Также не все пассажиры Nissan Tiana были пристегнуты ремнями.